перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, девчонки. Здравствуйте. Здорово, бра. Здорово. Здравствуйте. Ебой. Да, бра. Здорово, бой. Бля. Я отлично дыгаю, бра. Здорово, советский, бра. Здорово. Шуршит маза, бра. Шуршит маза. Опять мяса нет, брат. Сегодня нет. Hot dogs, bitch. Хот-доги мочу, брат. Хот-доги, мать их. Оцени трек. Не, брат. Вот это... все, кто кидаете треки на оценку ВКонтакте, ну, я его никогда не оценю. Привет, солнце. Сочи, привет, брат. Привет, красавица. Куда ты едешь, брат? На Кавказе был? Не, брат. Но... у меня чуть Кавказ есть. Отлично. Че, еще писать? Ну да, что-нибудь буду писать. Люстр, брат, со мной, да. Вика Гофман. Да, этот... подарите новую люстру, заебали. Ну, блядь. Натурёшь. Да, все отлично, спасибо. Бля, что скажешь про Кемерово? Ёбаный рот, братан. Блядь, не хотел бы, конечно, тему сейчас задрагивать. Очень неприятно, но, блядь. Ну, что можно сказать? Это рашка, блядь. Что я могу сказать? Должен не я говорить, должен вроде Путин говорить, там, мэр Кемерово, да? Что-нибудь он сказал, я не знаю, увидел с утра, как бы, что произошло. Но мне почему-то кажется, что там они нихуя не сказали. Самый пиздец это вот эти люди, которые, блядь, снимали людей, вот, знаете, люди спасаются, прыгают из окон, да, там, а эти стоят, их на мобильный снимают. Бля, кто вас воспитал, ёбаный в рот. Бля, там на вид люди прям на асфальт прыгают, я не знаю, ты не мог, блядь, куртку хоть, блядь, постелить, я не знаю, хоть натянуть, да попробовать чего-нибудь. А, блядь, уж я думаю, сраный торговый центр разгорался не 3 минуты, блядь. И почему туда в центр города не приехали пожарники, не помогали этим людям? Почему люди вокруг не помогли? И я просто в ахуе. Блядь, пиздец, как неприятно. И что этот пидор кемеровский, блядь, мэр что-нибудь вообще сказал там или что, блядь? Где он вообще? Кто не знает, блядь? Путин, блядь, новый президент, да, там, или что? Что, он что-нибудь сказал? Что-нибудь сделал вообще? И, блядь, пиздец, маму их ебал, блядь. Хоть вы знаете, как я к мамоёбству отношусь. Да, брат, пожарники это жуки. Согласен, брат, вот я давно об этом говорил. Так же и про военных, и про врачей, как бы. Не, ну, само собой, есть нормальные парни, да, и как бы в армии есть нормальные. Ну, я говорю про вот этих военных пидорасов, государственных ублюдков. Вот так же эти пожарники, которые придут нахуй бухие, блядь, вынесут у тебя полхаты, блядь. Мародер ебаный. Вот смотри, у нас тут на Кутузовском, вот, бля, автобус, когда въехал в этот переход, никого нахуй не наказали. Ну,
Виноват автобус, ёпта. Понимаете, вот о чем я говорю, бля. Поэтому я ненавижу всех политиков, особенно наших. Поэтому я как бы не суюсь в эту политику. Пиздец, это гнилая хуйня. Ой, хот-доги, блядь, готовы, ёпта. Да и вообще, братан, да, меня это очень прям задевает, эта хуйня, блядь, неприятно так смотреть, блядь, вот люди стоят нахуй на мобильной, снимают, как человек там висит с окна, пиздец. Это пиздец гнилая хуйня, я не знаю, блядь. А когда батл, братан, да не знаю, что-то там все эти БПМы. Как вам БПМ-то? А, вот последние батлы, как вам вообще? Да, от души, брат. Скоро, блядь, еще трек для тачки подгонял. Вообще, я-то бабушкина, брат. Ну, я не знаю, ну да. Ты свою хату покажи, нигер. Насчет геопики. Не, я с ним не знаком. Все, все не БПМ хуйня, говорят. Ну, знаете, фальшивый, сука, видно всегда, и фальшивые эмоции видны, и будь они на версусе или на слое, но людям не нравится. Не знаю, топор хуйня, не согласен. Лично мое мнение, что топор все-таки чуть лучше сделал Рики Еф. Я знаю, вы там многие любите Рики Еф, очень как бы считаете его величайшим батлером. Но это не так. Не, он ровный парень, он как бы умеет батлиться, как бы он все отлично понимает. Но я не знаю, но что вот он, что он сделал в этом батле? Вот. Понимаете? Не, батл хороший, я ни в коем случае не хочу не сказать ничего плохого про Рики, как бы. Но лично мне кажется, что, ну, лично я думаю, что он сделает сильнее, как бы. Тем более вы там за полгода договорились. Ну тут каждый, ну как бы не знаю. Да не знаю, ну вообще, и вот эти все стерки, потом там что-то кто-то звук, блядь, что-то настроил. Не знаю. Не думаю, что в этом стоит винить Рики Еф, короче. Если его пацанам дали сводить, короче, этот версус, то, блядь, нахуй вы дали его пацанам сводить, понимаете? Как бы, ну, крайним Рики тоже ни в коем случае делать. Не, парни ровные, дали батл, как бы, я Лев просто БПМ не люблю. Я бы хотел увидеть без бита, я бы хотел, чтобы они там час постояли, отвечали друг другу эмоции, там, да, вот эту хуйню, чтобы злоба была, и, ну, понимаете, о чем я, да? Чтобы они там отвечали за друг друга, блядь. Чтобы булочка не сгорела для хот-догов, брат. Брат, ну и да, ржал я, набухался, блядь, хотя бы ржал, все остальные стояли, блядь. Я не думал, что там все остальные будут стоять молчать, как бы. Да, Замирон за братан, блядь, болел, ржал, поддерживал, и как бы, блядь, это не я ржал, как баран, это все остальные лохи стояли, молчали, куху, понимаешь, блядь. Не смотрел, не, я не смотрю эту хуйню. Вот. Е-бой! Круто ржал, чё. Эмиос Гига. Я не стал смотреть это. Понимаете? Куда бы нахуй этот телефон бы сейчас прихуярить пока. Да ты сам тот или бали не умеешь, обзывать, кто хотя бы не мог. Ну... Ну как бы, блядь, если ты это сможешь логически объяснить, даже нет, я задам задачу проще. Если ты сможешь объяснить, что такое хороший батлер и какой
чей бат, ну как бы чье выступление на батле считается хорошим и по каким критериям оно судится. И я с тобой соглашусь. Жирок нарастил, брат, хот-доги жрать как бы, да, брат. Обе, брат, ну зачитай. Брат, что-то ничего в голову не приходит. На голодный желудок не читаем. Знаешь, мы, брат. Когда с Мироном фитанешь, не знаю. Когда будет подходящее все как надо, тогда и фитанем, я думаю. Убиваться любишь? Нет, брат, мы против наркотиков, ты знаешь. Ну, скажи, горчички надо брать. Не, бухать, не. Хот-дог, не хот-дог без горчички, брат. Хот-дог, брат, двойной хот-дог. Я бы показал, он слишком, бля, уродливо выглядит. Потому что сосиски короткие, блядь. Понимаешь, что мы? No homo. Чё к Дуде не идёшь? Да он, блядь, Дудь стал известным и стал слишком нежным. Вот всё. А, да, Дудь сделал хайп и стал слишком нежным. Шаверма, конечно, шаверма полная хуйня. Шаверма не живу. Вчера бургеры, блядь, жарил нахуй. Сейчас хот-доги, брат. А какие треки, блядь. А, вот у меня новый альбом. Я просто в аху какой-нибудь пиздатый. Столько пиздатых треков. И, бля, вам честно говоря, такого релиза я... Я даже наполовину такого крутого релиза еще не выпускал. Это просто такой пиздец. Как бы честно, там, наверное, треков 20. Я, наверное, возьму треков 13-14 и... Надо какие-то 6 отсеять, и, блядь, они слишком крутые. Придется, наверное, треки для девчонок отсеять и их выпустить так просто в сеть. Потому что они меня отдельно поддерживают, и большим респект. Спиздил семки, ты опасен, ну ты просто вор в законе, брат. Тортпики, я не умею тортпики печь. А, в апреле, все, буду жрать, ёпта.